Здравствуйте, дорогие друзья! Кого я еще не поздравила, всех поздравляю с Новым годом! Потому что многие еще по-прежнему находятся в состоянии глубокого отдыха. Вы уже все сейчас наблюдаете, что вот уже 9 число, и когда они прошли эти 9 дней, вообще непонятно. Но мы с вами сейчас проживаем в более скоростных режимах свою жизнь. И вот дальше еще быстрее наша жизнь будет идти. Поэтому я стараюсь сейчас выложить самые такие темы, которые много раскрывают информации, быстро понимание идет, быстрое переосмысление такое, даже понятно любому человеку. И для того, чтобы не было вот таких внутренних состояний паники, что не хватает ни на что времени, надо уметь разворачивать в себе какие-то новые состояния. Вот для этого я сейчас вам хочу зачитать вот этот вот текст, который больше раскроет пакетов информации. И вы сейчас будете уже вот наблюдать, что вы какое-то слово где-то достаточно, вам какое-то одно слово услышать, и все, и у вас раскрываются целые пакеты информации. Тема выравнивания совсем новым. Счастливого вам Нового года, нового цикла творения, нового сознания мира, новых вас. 2017 – это год единицы. 2 плюс 0 плюс 1 плюс 7 равняется десятка. Единица. И начало нового девятилетнего цикла. Год, в который мы закрепляем здесь план не только на этот Новый год, но и на новый цикл творения, но и весь остаток своей жизни здесь на Земле. Хотя пока у нас нет совершенно никакого ментального представления о том, куда мы идем, поскольку мы никогда не были здесь, там, раньше. Поскольку мы никогда не были здесь, там, раньше. Каждому из нас даны коды для открытия хранилища древней памяти о нашем изначальном творческом «я», той нашей части, которая точно знает, как жить в этой голограмме жизни в качестве любви. Проявление этого творческого «я» – это награда тем, кто успешно провел последние 9 лет, очищая внутренний путь воплощения, тем, кто становится первым живым сосудом света на дороге к этой цели, тем, кто становится лидером нового человеческого существования, обретая новый уровень сознания, необходимый для реализации божественного плана новой Земли. Для всех пионеров нового сознания этого мира центр внимания в этом году начинает смещаться от внутреннего к внешнему, от очищения к творению, от замкнутости к принятию нового, от себя к другому и к совершенно новому способу отношения к жизни на Земле. Это будет определяющей директивой для следующего девятилетнего цикла творения, в течение которого мы воплотим в жизнь многие наши сердечные мечты и божественные желания, для которых освободили место в течение предыдущего цикла. Мы так много работали для того, чтобы достичь непривязанности и очистить наш личный план, приведя его в соответствие с божественным планом, и теперь многие из нас, наконец, готовы материализовать эти творения в мире форм,
готовы осознать, что наша уникальная особая часть плана Эдема на Земле, как производная от божественного плана, живет внутри нашего собственного сердца и материализуется через наше собственное истинное самовыражение, что так необходимо в это время. И, наконец, двигаясь во все новое, мы должны быть полностью готовы оставить позади все старое, включая и необходимость знать, что бы то ни было. Нам нет необходимости знать, как жить в единстве. Мы просто живем в этом как? Сознательно и спонтанно, следуя руководству разума своего высшего сердца. Эта часть нашего «я» не постоянна, но постоянно рождается и возрождается заново, в реальном времени, от одного момента самовыражения к другому, как живая голограмма творения собственного «я». Вы готовы переписать историю своего творения? Это время всегда, сейчас. Лорен. Перевод Яна Лысакова.